Я сейчас иду на ярмарку. Несу пакет детских вещей. В том числе там несколько игрушек, много обуви, головные уборы. И потом зайду в Fix Price. Он рядышком находится. Здесь в подвальчике, в доме. Ой, в ДК. В Дворце культуры находится ярмарка. Туда просто люди приносят ненужные вещи бесплатно. И потом пару дней, по-моему, в неделю открывается ярмарка, и туда может зайти любой желающий выбрать себе бесплатно вещи. Это у нас организовала, насколько я знаю, просто одна инициативная женщина. Вот. И вот, вот белый вход, это уже Fix Price. Мне нравятся вот такие вот перышки симпатичные, но мне, правда, их уже ставить некуда. Вот сейчас увидела еще новые такие вот постеры появились, прикольные, можно их в рамочку повесить. Будет симпатично смотреться. Новые рамочки. Правда, в этом Fix Price не самый лучший выбор, у нас еще есть Fix Price, где побольше ассортимент. Вот такой вот панно декоративное, тоже новинка. Вот такие подставки. Шарики. Я их не видела еще. Здравствуйте. Позвонил когда с менеджером, он сказал, что в Техплане не надо площадь ставить ввиду неизменения. Привет. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Специалистов по себе поставила, что ли? Привет. Ты кто там? Васек. Бася. Ты куда вылез? Бася. Ты такой теплый. Все затискали. Кота. У меня руки холодные. Красавец. 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 Охотник. Охотничий кот. Где лапки? Мы пойдем сегодня в баню. Такой носик. Мы пойдем сегодня в баню. Да какая вы баня, вы в соплях все. Сегодня в баню. Пойдем, пойдем. Пойдем. Нет, я разрешила. Буси, 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 буси. А ты у папы спроси, можно ли нам в баню? Что? Да. Кто, Бася? Кто? Ой. Что? Сломала? Нет, сломалась. А? Сломался. Красивая, да? Да. Сейчас будем... Осенняя ягода. Смотрите, смотрите. Красота. Ребята, смотрите. Там надо только... быстрее топать, чтобы они быстрее, сильнее щелкали. Ребята.
фоткой. С фоткой? Да. Зачем? Хочу. А у тебя сейчас шея голая. Вот Ане надо капюшон надеть. Попахано. По рыхлой земельке, да? Это как мой большой туалет. Не мешай ему, Аня, пусть он ходит. Что, нету грибов? Он какает. Он какает. В смысле какает? Он просто сел, наверное. Нет, какает. Да не, просто сидит в огороде. Не подходи, Аня. А это он какает. Да не как это. А может, пискает? Аня, отстаньте от кота. Красивые такие деревья становятся. Опа! Тыгадык, тыгадык! Что случилось? Я ведь тут. Какая рябина красивая, да? Да! С ягодками. А их можно есть? Да. Только там косточки надо выплевывать. Мы с тобой опять вообще одно и то же говорим синхронно. Она маленько вяжет? Вяжет? Ну, во рту как. Вот так вот делаем. Это такое есть. Аня, вон тачку прикати сюда. Тачку прикати. Семейный подряд. Опа. Вот и тут готов. Аня, ты-то со своей лопаткой куда? Ну что, опять тяжело? Я тебе дам лопатку. Ну почему, все уж. Нет? Всякая трава, папа. Трава. Аж руки трясутся. Выкопали все кусты. Вот еще осталось несколько. Будем их пересаживать. В перчатках тоже. Фух, как жарко-то. Может, тебе что вы делать собрались? Да, мы хотим еще сейчас поливать цветочки. Держи. Ну, холодно, наверное. Которая будет. Бабушка. Пока это не цветочки, это кустики. Ну, кустики поливать будем. Всех будем пересаживать. Вот, у меня уже и ведерко есть. Ой, я на машине! Я нарушитель. Яну не видно. А расческа-то тебе зачем? Нужно будет дома причесываться. Дома причесываться? А зачем ты ее на улицу вынесла? Просто. Просто так, чтобы не потерять? Аня типа помогает, да? Ну, когда зеленый будет? Я Степан, желтый и зеленый. Ну куда? Речку-то. Повесь сюда. Повесь сюда. Повесь сюда речку. Давай топай. Дай не ну зачем на руки-то ей, Ань? Совместный труд. Так, ну засохни. Ну что, нам нужно мокрый. Так, пошли еще за водой. Давай. Держи. Сажай. А? Еще надо воды. Давайте еще несите. Я пока там выкопаю. Вот еще. Ведь сегодня работы не початый край. Туда в яму, вот в эту песка бросить. Лопатку. Давайте быстренько покажу свои небольшие покупки в магазине Fix Price. Купила вот такое вот блюдо сервировочное в маленьком размере. Еще, как вы видели, я показывала, есть вот такое длинное, прям большое. Но мне кажется, этого достаточно. Посмотрите, вот с моей рукой сравните, оно действительно большое. Вот размер указан. Прямо как в ресторанах. Такие вот грубые обломанные края. Сланец материал. Вот это вот ЭВА, это, скорее всего... Так, вот тут вот ножки такие прорезиненные, чтобы не скользила тарелочка. Дальше купила такой вот кофе. Просто, чтобы был дома, мне не хочется попить кофе, не чай. Кофе дома не было, вот поэтому купила то, что первое попалось на глаза. Дальше две мочалки купила. Розовенькие. Вот такой вот пакетик. Это мы подарим учительнице Аниной.
подарочки из Турции. У меня не было пакета подходящего. Все какие-то, знаете, с днем рождения, детские. Вот, в общем, решила взять отдельно пакет. Решила попробовать вот такой вот пилинг. Пилинг для кожи головы. Я уже пробовала два разных пилинга. Профессиональный и непрофессиональный, недорогой. Вот, а тут увидела в фикс-прайсе. Стоит недорого. Думаю, почему бы не попробовать. И объем у него такой немаленький. До этого у меня были пилинги, наверное, раза в три или в два меньше по объему. С таким вот носиком удобным. Можно прямо по проборам наносить на кожу головы и втирать пальцами. И последнее, это вот такой вот ароматизатор. Он, по идее, для автомобиля кладется под сиденье, но я его купила для того, чтобы положить в шкаф с одеждой, чтобы там приятно пахло. Не знаю, вот этот аромат я не брала никогда. Ароматная фруктовая амброзия. Ну так, вроде немножечко просачивается запах, приятный такой аромат персиков. Вот, в общем, положу в шкаф, пусть там благоухает. Ну, пиши дальше. Круг? Да. Круг. О, круг. Г. С новой строки. Головы.